Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такое вот мороженое Сампо, народный, мороженое пломбир ванильный из свежего молока. Вот так оно выглядит, стоило оно в обыкновенном магазине в Перекрестке 85 рублей за 220 грамм, ну обычная пачка большая. Состав, не знаю даже где тут, а вот он, да, начал написан тут состав. Вот, кому интересно, нажмите сейчас стоп и прочитайте. Вот он вот здесь начинается под словом внимание и пошло. Вот оно, сахар, сахарный песок, вода питьевая, ну я думаю, как у всех, наверное, у обычных мороженок. Вот, давайте его откроем. Оно уже немножечко у меня подтаяло. Такое оно беленькое. Мне очень нравится это мороженое, я его уже беру не первый раз, но на самом деле его не покупала уже больше полугода, поэтому решила сделать обзор. Вот, не потому что, чтобы его больше брали, лучше будет, если оно мне достанется. Так, ну да, вот оно почти уже подтаяло. Давайте его попробуем. Ну, такое вот оно обычное, беленькое. Чувствуется прям вкус молока. Ощущение, как будто, знаете, взяли молоко, добавили туда сахар. Что там, по-моему, ваниль было написано, не помню. Или нет, я уже перепутала, наверное. Но немножко чувствуется ваниль. И как будто вот и заморозили. Вот чисто натуральное молоко, прям из-под самой коровы. Надоили и сразу заморозили вместе там с сахаром. И все, вот ощущение вот такое, прям очень вкусное. До этого как-то его пробовала, но не настолько это было. Не знаю, наверное, оно за эти полгода поменялось все-таки. Очень ароматное, вкусное. Вот это вот мороженое мое самое-самое любимое. Я люблю именно положить вот на такую большую тарелку. Его развернуть. Сейчас оно уже немножко подтаяло. А обычно, когда оно полностью заморожено, я его прям перекладываю на эту огромную тарелку, беру такую самую, свою самую большую, вернее, самую длинную чайную ложечку и вот так вот по бокам его ем. Еще моя мама тоже так любит делать. Также положите, вот оно мороженое стекает, и начинаешь вот тут вот по бокам его вот так вот собирать. Сейчас вот оно еще пока не стекает. Попозже вот оно начнет. Ну, довольно хорошее. Это, наверное, сейчас, наверное, не поймешь, если подковырнуть. В принципе, оно такое же. Но вкусное, мне понравилось. Вот честно, рекомендую. Вот если вот большая компания или просто вы хотите поесть чисто белое мороженое, как 80-е годы, вот. Вот оно перед вами. Да, конечно, оно запачкает ложку, тарелку. Ну, либо в стаканчике. Вот оно довольно легко собирается. Оно довольно быстро. Хотя нет, наверное, оно не так быстро размораживается. Это уже просто у меня было немножко оно размороженное. Прям вкусно, в меру сладкое, неприторное. И прям такой вкус молока. Напишите в комментариях, пробовали ли вы такое мороженое, понравилось оно вам, чем понравилось, чем не понравилось. А вообще, едите вы мороженое или нет? Если не едите, то почему? И напишите, что вы добавляете такого
в мороженое, что оно становится очень вкусным, потому что я пробовала добавлять варенье, ну как-то оно не то. Может быть, что-то вы другое добавляете, обязательно пишите мне в комментарии, мне будет очень интересно. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы отдыхаем с сынком, как мы с ним живем, как мы путешествуем, путешествия по разным городам, на теплоходе. Вот. Также обзоры на другие продукты, на продукты из фикс-прайса, из обыкновенных магазинов, всякие вкусняшки и невкусняшки. Вот. И много-много другое. И также напишите в комментариях, чего не хватает на моем канале. Я обязательно это рассмотрю и обязательно сделаю, выполню вашу просьбу. И с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.